Моя семья – самые быстрые ленивцы на свете. Мы носимся по миру в поисках самых редких и вкусных рецептов. Да, отличная история. Но когда нас накормят? Мы ждем заказ 2 часа. Здесь написано, как приготовить идеальный гуакамоле. Да я уже 100 раз видела. Что это? Скорее! Эй, наш фургончик уцелел! Зоополис. Город! Ты хочешь поехать туда? Конечно! Поедем и откроем ресторан! Та-да! Семья, добро пожаловать в новый дом! Привет! Тренер, мы нашли нового подающего! Ура! Вкуснятина! Ты придешь на тренировку? Я уже как раз бегу! Брови свалил! Доча, помоги! Как же я зла на этих ленивцев и на их еду! Мне нужно бежать на тренировку! Что? У нас много заказов! Мама, я обещала команде! Вот твоя команда! Знаешь, детка, мы можем выручить друг друга, если ты отдашь мне семейные рецепты. Что ты натворила? Семья, мы вернем книгу рецептов. Просто пойдем туда и заберем? Ну да. Пап, как ты такой? К нам закатился клубок ленивцев. Бегом! Наша семья не сдается! Ну все, амигос, заказ готов. Тише, чудики. Ленивая семейка.